Приветствуем вас на канале «Франция – это не только Париж». Здесь мы рассказываем о той Франции, которой нету в путеводителях по туризму. Сегодня мы вышли прогуляться с семьей в центр нашего городка и неожиданно для себя обнаружили людей, которые собираются на парад. Это оказались ветераны разных войн, в которых участвовала Франция. Там также были представители власти, пожарные, оркестр и простые люди, пожелавшие присоединиться к шествию. Мы решили остаться и посмотреть. И вот что мы увидели. Пожарную машину, она же скорая, будут сюда продвигаться, будет колонна. Уже строится. Смотри, видишь, у них флаги. Как английская королева, тоже желто-красная. Да. Только не хватает, как ты говоришь, дамы с... Да. Полиция охраняет. Полиция готова уже к параду. Представитель власти пошел. Это парад ветеранов войны. Проходит дни наследия во Франции. И вот такой парад воинов. Подготовка к параду заняла 10-15 минут, пока подошли представители власти и подтянулись ветераны, которые были в церкви на мессе перед шествием. Про эту церковь у нас есть видео на нашем канале. Attends, Claude.
пошли к монументу мертвых. Все идут, и мы идем за ними. Решили пройтись, посмотреть к монументу погибших воинов. В маленьком городке во Франции здесь тоже есть такие монументы. Левая, правая, средняя, не знаю, нижняя, верхняя, идем. Ведущий объявил, кто участвует в церемонии. Представил мэра города, его заместителя, депутата нашего региона и мэра города из соседнего района. Объявил, в какой последовательности будет все происходить. Сначала ветераны возлагают венки, затем мэр города с заместителем, после этого депутат с мэром другого города. Затем мэр нашего города произнесет речь, продолжит депутат. Et ensuite, monsieur le député, puisque j'ai vu qu'il y avait une gerbe à son nom. Dépôt de gerbe par monsieur le député et monsieur le maire de Roussy-le-Village. Parachutistes.
Создание наш депутат. Да, это получается наш депутат. Avec plaisir. Allez, venez, suivez-moi, s'il vous plaît, messieurs dames. Laissez un peu, vous faites bien de vous laisser partir. Pour l'ensemble, bien de vous. Au départ, la fille du régiment. On y va, messieurs, dames. En avant. После завершения церемонии ветераны войны, пенсионеры и представители власти идут на обед в зал мэрии города.